В усадьбе Знаменское-Губайлово пир горой. Столы полны яблоками всех сортов и пирогами с начинками. Православный праздник Преображения Господня в юбилейный год крещения Руси отмечают широко. Существует древняя замечательная традиция освящать плоды нового урожая. И человек трудится, получает от Бога в дар плоды, приносит их в храм, просит у Бога благословения. С радостью принимает это благословение, Бог благословляется благодатью, и человек благодарит. Вот так должно быть, так должна устроена быть наша жизнь. Праздник урожая по традиции в усадьбе проходит под звуки музыки, песни и чтения классики. В творческой программе выступления юных воспитанников Центра духовной культуры, прихожан Знаменского храма и приглашенных артистов. Среди них актриса Московского драматического театра имени Ермоловой Анна Скварник. Она прочитала рассказ Виктора Астафьева «Бабушкин праздник». Когда мы все собираемся всей семьей, когда мы общаемся, когда мы ведем разговор, когда мы поем песни, когда это веселье, праздник, и когда все в объединении вместе находятся. Вот. И рассказ, наверное, о том, о быстротечности времени, о том, что иногда это остается воспоминаниями, потому что близкие, они уходят, к сожалению, да? Но это живет в нашей памяти. Выставка народных промыслов тоже часть праздника. Игрушки, поделки и аксессуары. Свое творчество на ярмарке представили члены объединения красногорских художников ЛИК. Замечательный праздник. Основа праздника, конечно, как и любого праздника христианского, фундамент – это любовь. Для каждой семьи это должна быть цель. Это как дом. Фундамент – любовь. Если любовь заложена в семью, значит, семья будет крепкой. Впереди у верующих еще один спас – ореховый или хлебный. Он в этом году выпадает на среду, 29 августа. Его так же, как и яблочный, принято отмечать в большой компании.